Че, начала уже обдираловку? Обои там дын-ты-дын-ты-дын-ты-дын. Будет видеоролик о том, что я там делаю. Сейчас только чай попьем, ой, кофе попьем. Есть-то мы ели, а чай-то мы не пили. Исчезающий. Исчезает потихоньку, да? Оба-на. Вот, посмотрите, трубочки. Не знаю, с чего начать. Будем начинать с того, во что руки хватаются. Я, короче, не попасть даже говорю. На голове авангард. Помада новая. А не сильно стойкая. Не будет прям так держаться. Под цвет костюмчика. Что-то там девчонки писали, не могу есть с помадой. Какая разница? Помада без помады. Чем она вам мешает? Рот закрывает, что ли? Не знаю. Я просто не понимаю. Не понимаю, что тут такого. Помада, помада. С грушей вкусно, но с грушей почему-то... О, наша трубочка, которую вчера не доели. Но с грушей плохо это. Размазала его. Блин, а где рулетка? Есть у меня еще рулетка. Обои нарезать. Девчонки говорили сделать дракончика. Кусечку такую. У меня руки и жопки, я не умею. Даже не представляю, как это работает. Мне всегда кто-нибудь делал. Запутал Катя. Или на работе кто-нибудь. Сама я не умею. Руки не было никогда заточены под плечо, кстати. Я укладку могу сделать, если подстригут как положено. А прическа это не моя. У нас есть парень, на их бригаду ходит. Вспомнила, просто сразу поняла. Антон зовут. Вообще такой интересный парень, талантливый. Он и прическу девчонкам делает. И, наверное, уже и ногти делает. И макияж может сделать. И какие-то вот эти вот, знаете, подделки из бисера, вот из чего-то такого, из акрила там, по-моему. Короче, я... парень красавчик. Я, блин, не могу сделать прическу. Вон, блин, на выпускной девчонок собирает. Молодец. Вот талант, блин. Восхищаюсь прям, умничка. Ну, а агитбригаде все там талантливые ребята. И я с агитбригады выползла. Я тоже, наверное, в чем-то талантливая. В мукбангах. Про плов там писали, что надо не в казане, надо в кастрюле, а не в казане. Ой, наоборот, в казане, а не в кастрюле. Но специально бежать казан покупать я не буду уже. Если в казане мутить, то тогда вообще на природе, на костре. Че дома такую вещь пачкать? По поводу риса, это давняя история. Хрен пойми, как его варить. А еще не умею шить. 10 раз говорил. Ни шить, ни зашивать вообще не моя тема. Потом у нас появились, в комментариях заметила, психиатр с психотерапевтом. Какой-то психоз там, какой-то даже. Даже с каким-то дополнительным обозначением у меня. На лицо. Знаете? Вот я со стороны, если бы наблюдала за таким человеком, как я бы вообще про психоз не говорила, я бы давно в дурку пора. Так выглядит человек, который переступил общественное мнение, которому досрать, что о нем думают окружающие. Да, не могу сказать вам добро пожаловать в мой мир. Ну а что?
Я же не просто так от вас развлекаю чужих тоже. Да что, есть трубочку-то исчезающую, есть трубочку и исчезающую. Исчезающую мы уже ели, давайте еще одну трубочку съедем. Поступило предложение добавить сметаны в трубочку. Угу, я тоже думаю. Сократить немного сахара и сократить масло. Тесто сделать более мягким, более податливым, чтобы во время того, как трубочку достаешь из вафельницы, можно было промазать сгущенкой и завернуть ее, чтобы она не была такой печенюхой. Про печенюхи-то. Скоро же в Jingle Bells. Телек-то включила, а там фура новогодняя, всякие звезды там названы уже, подарки покупают на Новый год. Уже, короче, тема движется к этому. Где будем встречать Новый год? Говорила уже родители. Каждый год у родителей встречаем Новый год. Родители. Мама, папа. Катя. Брат. Ну, брат жены. Если не будут работать новогоднюю ночь. У них там свой график. На железной дороге так просто никак. Вот. Ну и все. Потом зайдем к бабушке. По соседству. Наверное, уже бывшая свекровь. Поздравим тебя с Новым годом. И все. А что буду я делать в новогоднюю ночь? Не знаю. Подружка у меня уедет в Новгород, наверное, к маме. Пойти на елочку. А, не знаю, приедет ли племянница. Племянница — это жена. Ой, жена. Дочка моего брата Дарья. Она мне крестная дочка. Вот, у нас парнем, если приедет, то может с ними пойдем куда. Но они, наверное, Новый год в Питере встретят, а потом к нам на новогодние праздники доедут. Не знаю, как будет. Так все будет происходить. Взрыв на макаронной фабрике. И с Катей, мы будем печь имбирный пряник. И не просто имбирный пряник, а имбирный домик. Пряничный домик. У нас есть айсинг. У нас есть специи для пряника. Я в том году делала, или позатом, не помню, надо в ТикТоке листать, смотреть. По-моему, в том году мы сделали пряничный дом. Я его полночи клеила, он получился вот такой большой, весь украшенный. Мы туда поставили свечки. В этом году хочу украсить его гирляндой вообще. Поставили свечки, и там у нас жили имбирные человечки. Недолго, правда, мы их съели. Насмотрелся он пушечно просто. Кофе мало, надо еще налить. Сейчас подойду. Вернулась. Чуть-чуть плеснула еще кофейку. Пока ходила, наливала. Мама позвонила. Мама еще поговорим. Говорит, что делаешь? Я говорю, обои клею. Обдираю. Она говорит, одна, неудобно же. Что неудобно-то? Первый раз, как будто я одна делала, нет? Блин. Вот с утра вот была та же самая история. Обожралась, значит. И легла. Прикимарила, да? Угу. Больше такой фигней заниматься нельзя. Папа, температура что-то 38. Маски там, скорая и все дела.
короче, не до праздника. А какое сегодня число? 16 ноября. Это мне на работу, по-моему, 24-го. И закончилась лафа. Блин, надо было вот меня выкидывать на весь отпуск меня. На весь отпуск выпускать. Необходимость какая, я уже давным-давно отошла. Ну, стрессанули немного, ну, бывает. Так, мандаринчик еще один. Что за форма мандаринов? Тарантантан. Вообще больше один похож на апельсин, другой на мандарин. Нет, но это было мандарина. Спасибо. Благодарю. Что происходит-то? Жесть какая. Ой, хорошо-то как. Пойти мусор выкинуть еще. Сходите. Заодно собаку выгулять, мусор выкинуть, собаку выгулять. И как раз спать не будет. Хотеться и опять начинаю кемарить, блин. Тебя будет, надо пойти вышвырнуть. А то будет беда бедная. Вечер уже, и так темно. У меня уже темно. Времени сколько? 4? Все, темнота. Не, новогоднее настроение появляется. А еще же подарки делать. В том году собрала детям подарки, взрослым подарки в организации. Я прям любимая у меня тема. Подарки собирать. Можно просто, да, купить подарки уже готовые. Там детям, еще кому-нибудь. Но у меня нет, я... Директор выделяет деньги обычно. В том году вот так вот было. Ну и предыдущие годы тоже. Выделяет деньги. Я бегаю все закупаю по магазинам. Потом директор собирает все, привозит в офис. А я там это все... Ну, с Юлей в том году... Мы это все по пакетикам расфасовываем. А еще я веточку сосновую из дерева тык-тык и украшала снегом этим с баллончика, золотинками, бусами, всякой такой темой. За индивелую вещь клала в подарок взрослым там шампанское, тортик, что-нибудь такое. К чаю или кофе. Ну, а детям там целый пакет всего. Причем я собирала пакет такое. А не люблю эти вот конфетки, знаете, которые в подарках. Буревестник, ласточка эти, ириски, фигиски, кому нахер нужны. А конфетки там по полной. Какие дети сейчас любят Сникерсы, Марсы, вот эту вот всякую тему. Ой, все хорошо. И много. Давайте какой-нибудь мусор увидим. Спасибо большое за компанию. Скоро обои дальше войдут.